Нижневартовские медики спасли малыша, который родился с одной почкой. Маленькому пациенту потребовалась срочная операция. Ребенок родился с единственной почкой с врожденной патологией. В возрасте 3 месяца его обследовали в Сургуте. Поскольку почка не функционировала, на месте попробовали вмешаться хирургически. Но это не привело к желаемому результату. В экстренном порядке его перевели в Нижневартовск с высокой температурой и острой респираторной вирусной инфекцией. Была угроза жизни, и поэтому потребовалась кардинальная помощь детских врачей. Сейчас ребенок идет на поправку. Приехал он к нам в тяжелом состоянии, с анурией, с высокой температурой, с изменениями в показателях, биохимических показателях крови, с высоким ЦРБ, прокальцитонином, лейкоцитурией. Все это дело осложнялось течением острой респираторной вирусной инфекции, которая нам не позволила в первые сутки взять его в операционную и решить проблему, как, грубо говоря, практически с порога. Путем длительной работы совместно с педиатрами, с нашими анестезиологами у нас получилось стабилизировать состояние ребенка и взять его в операционную.